Из окна моего дома. Заходящее солнце окрасило облака красным цветом. Очень красиво. Января 20 24 года. Пошел мокрый снег. Сегодня суббота. Вчера сидела на моей черешне ворона красивая очень. Вот там сидела. Да, птиц не видно, не слышно. Собачки подгавкивают. Кажется, сорока где-то. Но холодно, открыла окно, очень даже зябко, сыро. Такое состояние природы. Соседний участок. Спустя час насыпала. Появились вороны. Наблетают. Улетели. Наша ель. С шишками. Утром уже солнце выглянуло, все начало таять, бегут ручьи. Так, солнышко весь день, снежок подтаял, на черешню прилетели черные птицы. Знаю, что получится, солнце прямо в объектив. Он даже ручит, потихоньку тает.